Привет, меня зовут Никита Белозеров, и я хотел бы поговорить с вами об интересных напитках, правильном питании и о том, что можно приготовить, имея простые, доступные ингредиенты в вашем холодильнике либо в ближайшем супермаркете. Мы приготовим несколько коктейлей, которые будут отражать правильное питание, здоровый подход к продуктам. После приготовления этих напитков, за завтраком, за обедом либо за ужином, вы сможете зарядить не только себя позитивным настроением, но и подарить вашей семье хороший заряд бодрости и доброты в течение всего дня. Сегодня мы посвятим наше потрясающее время приготовлению коктейля, который будет называться Tropico Collins. Данный потрясающий напиток мы можем приготовить в домашних условиях, используя обыкновенные ингредиенты, которые можно найти в любом холодильнике, либо в ближайшем супермаркете. Ничего сложного в приготовлении данного напитка нет, он отвечает всем стандартам свежести, прекрасности и потрясающему хорошему настроению, которое будет сопровождать вас в течение дня после того, как вы попробуете данный коктейль. Для этого нам понадобится высокий стакан. Не обязательно использовать такое стекло. Вы можете приготовить коктейль в вашей любимой кофейной кружке, чайной кружке. Я дома готовлю обыкновенную супницу, потому что я люблю очень большие напитки, большого объема. И это даст нам заряд бодрости, добра и позитива. Нам понадобится для данного коктейля лед. Если у вас нет льда, который используем мы, вы можете в домашних условиях заморозить его в любой форме в морозилке на протяжении 12 часов и дальше просто порубить его либо ножом, либо вилкой и использовать его так же, как это делаем мы. Нам понадобится сок Дарио Грейпфрут. Мы отмерим примерно 50 мл. Мы его используем небольшое количество. Это как раз таки придаст напитку легкую кислотность, легкую горчинку. И потрясающее чувство жажды будет удалено. Следующий сок мы будем использовать манго личи маракуйя. Из этого исходит наше название Tropico Collins. Тропический, нежный, сочный, необычайно ароматный. Его мы добавляем 150 мл. Он придаст и сладость, и бодрость, и потрясающее настроение. Как вы замечаете, цвет просто фантастический. Данный продукт будет отвечать всем стандартам прекрасно. Также мы используем свежий сок лимона. Если у вас нет соковыжималки, вы можете просто рукой взять лимон либо лайм и выжать его. Здесь будет ничего страшного и ничего критичного. По количеству можете отмерять сами. Мы добавляем около 15-20 мл. Не слишком кисло, не слишком сладко. А баланс вы можете регулировать сами. Следующий ингредиент нам понадобится обыкновенная газированная вода. Миллилитраж вы сможете тоже посмотреть на свое усмотрение. Мы просто доливаем доверху, чтобы напиток не был слишком кислым, слишком сладким. Так называем, разбавим его. Я буду использовать барную ложку. Если у вас нет такой большой, длинной, высокой ложки, вы можете использовать обыкновенный столовый прибор. Здесь нет ничего зазорного. Самое главное при перемешивании – это не перемешивать по часовой либо против часовой стрелки. Главное нам поднять снизу вверх те слои соков, которые легли изначально. Потрясающе, потрясающе. И украсим мы все это супер свежим грейпфрутом. Отрезаем небольшую дольку. Можете отрезать и большую, кому как интересно. И чтобы грейпфрут отдал и кислотность, и аромат, и легкую кислинку, можно погрузить его непосредственно внутрь коктейля. Это придаст свежесть, кислотность и будет смотреться очень интересно. Также мы завершаем все это трубочками. Если вам не нравится, можно использовать обыкновенные макароны или трубочки из бумаги, либо бамбуковые трубочки, если вы против пластика. Коктейль Tropico Collins. Делимся пользой, дарим праздник.